Миллионам граждан Индии помогут открыть банковские счета. Государственные банки Индии проводят кампанию, чтобы помочь открыть счета для миллионов бедных жителей, чтобы защитить их от черного рынка кредиторов. Об этом официально объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, заявив, что при этом у малоимущих людей появятся новые возможности для борьбы с бедностью. Эта программа может помочь решить проблему недобросовестных банков, которые обвиняются в том, что десятки тысяч бедных фермеров ежегодно заканчивают жизнь самоубийством из-за суммы в несколько тысяч долларов. Со дня независимости Индии 15 августа, когда премьер-министр обратился к нации и объявил о начале этой кампании, в банки обратились уже десятки тысяч людей. Моди призвал также банки помочь обеспечить банковским счетом каждого гражданина. К 2018 году планируется открыть счета для 150 миллионов человек. Эта четырехлетняя программа может помочь в борьбе с коррупцией, так как государственная помощь будет идти непосредственно на счета физических лиц, минуя бюрократию на разных уровнях. Счета уникальны тем, что они не облагаются штрафами, если даже на них нет денег. А это является ключевым условием для тех, кто зарабатывает в день около доллара или еще меньше. В качестве стимула федеральное правительство предлагает каждому владельцу счета страхование жизни на сумму 1650 долларов. В этой программе принимают участие больше 100 тысяч филиалов десятков государственных банков по всей стране.